Никому нет дела до Рождества. Я очень хочу пойти на празднование Рождества. Я занят. Кроме Хуга. Жаль, что у нас не бывает нормального Рождества. Но однажды... Как тебя зовут? Пикси. К нему явился эльф. Что он тут делает? Эльфов не существует. Вместе стало веселее. Теперь мы оба в рождественских шапках. Да так, что праздники закончились. Надо выяснить, как вернуть его домой. Теперь эльфу домой не вернуться. Аж до следующей зимы. Почему ты отказываешься поверить, что Пикси настоящий эльф? Он почти привык к нашей жизни, и это удивительно. Семейное Рождество. 7 января, 18:00. Премьера на детском.